Приветствую на канале CryptoLords, друзья. Сегодня мы продолжаем обозревать интересные SEO-проекты, и в этот раз проект AAT. Итак, мир криптовалют все сильнее входит в нашу жизнь. Так ведь, друзья, уже никого не удивишь такими понятиями, как биткоин, блокчейн, смарт-контракты, ICO. Многие уже участвуют в ICO и инвестируют в них. И некоторые даже пытаются торговать. Но управлять всеми этими делами крайне тяжело. И вот на свет и появился проект, который направлен на то, чтобы помочь нам в управлении нашими финансами. Традиционные криптопортфели имеют множество недостатков и поэтому неэффективны. Платформа AAT, Asset Allocation Token, лишена недостатков существующих криптопортфелей и предоставляет трейдерам и инвесторам инновационные технологии, с которыми они могут безопасно войти в современный криптовалютный мир. Данная система управления предназначена для использования как новичками, так и экспертами, криптотрейдерами и менеджерами криптовалютных фондов. Платформа AAT обеспечивает удобный и простой способ управления всеми основными криптовалютами, ICO-токенами, тенденциями цен на биржах, оценкой портфелей и так далее. Удобный интерфейс и богатый функционал позволят пользователям в реальном режиме рассчитывать прибыль и убытки, добавлять и обменивать монеты ICO, читать актуальные новости, получать советы и комментарии экспертов, а также управлять своими криптоактивами. Одни из самых сильных преимуществ платформы – это ликвидность. Вы можете быстро создать свой криптопортфель, используя мгновенный доступ к базе данных криптоактивов. Собственный механизм ликвидности AAT гарантированно обеспечит выполнение ордеров и возможность вывода средств. Отсутствие проблем. Разнообразие. Вы можете снизить риск, управляя разными криптовалютами. Иными словами, это называется диверсификация. Платформа AAT максимально проста и удобна в использовании. Технология блокчейн и децентрализация AAT-платформы позволяют легко и быстро инвестировать в криптоактивы. Платформа AAT предназначена и предлагает своим пользователям множество вычислительных, управленческих и финансовых систем, которые на обычных платформах многих инвесторам недоступны. Существует 5 основных сценариев использования платформы AAT для управления криптопортфелем. Если вы начинающий инвестор в криптовалюту, например, биткоин, если вы инвестируете только в альтернативные криптовалюты, это эфириум, EOS, лайткоин и так далее, если вы активный трейдер, совершаете операции на биржах для извлечения прибыли, если вы долгосрочный инвестор и вам нужен анализ какой-либо криптовалюты для принятия решения о покупке или продаже ее, или если вы трейдер, использующий внутривалютную торговлю. В общем, как мы можем видеть, такого продукта на рынке еще нет. Есть лишь мониторы кошельков типа Blockfolio либо Trust. Однако полноценные платформы, чтобы можно было сразу купить монеты там же их продать, там же получить какие-то советы, такого нету. Распределение средств, привлеченных в ходе токен-сейла, будет осуществляться следующим образом. 50% пойдет на развитие, 15% на маркетинг, 5% на разное. Команда состоит, как я понял, из одного этого парня, а остальное все советники. Советник, советник, эксперт, 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 советник. Что ж, пожелаем ему удачи в таком случае. К сожалению, на сайте нету ничего касательно текущих сборов. Что ж, взглянем на white paper дополнительно. Рейтинги ICO хорошие. Выше четверки все. И выше восьмерки. Итак, white paper, видимо, открывается как-то иначе. English white paper, please. Окей, 41 страница white paper. Выглядит хорошо по дизайну. Разумеется, ссылка на white paper, если захотите с ним ознакомиться, будет в описании, друзья. Ну, white paper смотрится неплохим. Сейчас мы изучать, конечно же, его не будем. Единственное, что могу сказать, друзья,
Проект интересный. Единственное, смущает меня команда проекта. И сборы. Не указано, сколько собрали. На этом я заканчиваю свой обзор, друзья. Оставайтесь у меня на канале.